Сюжет. Война, как известно, прощает любые прегрешения. А тем более война на краю цивилизации в далекой Танзании. Падение нравов, возобладание неизменного над гуманным, обесценивание человеческой жизни и как результат перед зрителем фильма «Соловей» открывается вся палитра страданий человеческих. Соединенные лишениями и безысходностью два протагониста, ирландка Клэр и чернокожий Билли, отправляются в путь, где месть и лишение станут им верными напарниками. Для кого? Фильм «Соловей» занесен в категорию ужасов по причине иллюстрации чрезмерного насилия. Однако картина наполнена множеством других тем и лейтмотивов. На суд зрителя подняты вопросы межрасовых отношений, эксплуатации, неравенства полов, экспансии западной культуры, поисков смысла жизни и множество других непростых и важных вопросов. Что в итоге? Очень тяжелое, бьющее по эмоциям кино от женщины-режиссера, автора бесподобной ленты «Бабадук». Фильм не идеален, и к нему можно предъявить справедливые претензии. Но стоит ли это делать, коль равных «Соловью» картин современное кино предложить практически не может? Карма очищена.